Отбытие модели Синкансена в музее поездов в Токио. Даже станционный смотритель есть. Музей поездов. Модели синкансенов и поездов выполнены в масштабе 1 к 80 и 1 к 87. Внутри их кабин, наверное, можно даже посидеть. Вот один из них вот сейчас уезжает с остановки. Это у нас похоже на локомотив. А рядом ходят настоящие поезда линии JR, Japanese Railways. Ну вот он и ушел. А здесь мы видим приближение модели Синкансена. Да, внутри сидят люди, значит, в них можно сидеть внутри. Поезда в Японии, так же как и автомобили, ходят по левой стороне. Также выполнены мини-станции, у которых поезда останавливаются. Рельсы в уменьшенном масштабе. А вот движется модель Синкансена, отбытие которой мы с вами видели ранее. В нем внутри тоже сидят люди. Конечно, скорость его движения намного медленнее, чем у настоящих. А настоящие движутся со скоростью более 500 км в час. И снова реальный поезд. Очень часто ходят поезда. Буквально каждые 5-10 минут. Ну вот он и ушел.